Цветной очень важный матч в турнире Бескрыния начинается на парке. Янтарь играет в московский банк. Это видно, как заряжено на игру обе команды. Не первый раз выходят на поле, а у банка КВС. 2-4 поражения от Татмити, 1-2 поражения от спецслежи. Так что банк ВТБ третий в отличие от Сбербанка продолжает вести борьбу за золото. Но для этого нужно выигрывать все матчи. Там не надеяться, что пустят на сечку Газпром Энергофолдинг. На чистом даже месте сейчас пока идет Сбербанк. 25 у них очков, еще могут набрать сегодня 6. Сбербанк 4-2 обыграл. Пожалуй, это был сложнейший матч сегодняшнего дня. Остальные должны быть попроще. Давай! Вот, молодец! Еще давай, далеко не убегайте его. Воротам один из первых. Повторю, пока нельзя. Напрягай. Снова удары, снова Глядзе приходится работать. Сбербанк, как всегда, играет за центр. Но при этом Сбербанк пропускает меньше всех. Все будет для контроля мяча. Забрался на ближний план. Находится по центру. Какое-то нововведение для того, чтобы соперника запутать. Правило быстрее возвращаться. На ворота надо. Безадресный пас. Сбербанк смотрится интереснее, активнее. Было понятно еще до начала матча. Игра, но самое главное для того, что до сих пор они не пропустили, а значит шансы остаются. Шансы неплохие. Карнаушевский. Иди в него! Володь, Володь,
Одна. Опа! Пол Фира. Второй уже пол. Все, достаться, поменяйся местами. Момент удар. Ты просто по страховке уйдешь, остаться туда. Они разбегаются, нет, рано. Головой. Остается ЛТБ, теперь главой. Да, скинь, пожалуйста, фамилию имя, протарез, программу. Хорошо. Назад. Его, Боря, Молодец. Комбинации, так что надо похвалить защиту ВТБ. Я же и здесь открывает мне полностью. Теперь две замены у Фера. И пол, и первая желтая карточка сегодня. Тайм-аут берет Сбербанк. Сбербанк сейчас тайм-аут. Обдумали, как будут разыгрывать этот стандарт, и забивают. Все очень просто. Тут похоже в их исполнении мы уже видели. 1-0 за 2 минуты до перерыва. Очень хороший ход набрал Сбербанк. Остается удержать преимущество в этом матче и далее обыграть Сбербанк технологии. Давай.
очень плотно обороняются с Беровца сейчас. Вся четверка собралась в своей штрафной. Четверка и, соответственно, врата. Последние секунды первого тайма, время есть как раз на атаку. Перерыв при счете 2-0. Второй тайм. Начали Московский банк, Сбербанк России, банк ВТБ. Счет 2-0 в пользу команды, которая идет пока в лидерах турнирной таблицы. И с каждой минуты становится ясно, что потеснить их будет крайне непросто. Минимальные шансы остаются у «Газпрома» энергохолдинга, но для того, чтобы занять первое место, Сбербанк должен где-то допустить ошибку, пока этих ошибок команды не допускает. По личным встречам преимущество у Сбербанка. Ничья и победа. Так что в случае равенства очков Сбербанк будет в любом случае выиграть. Я бы считать разницу забитых пропущенных. Третий гол забивает Московский банк. И, видимо, теперь уже единственный, кто сможет их установить, это Сбербанк Сибирь-Налоги. Четверка в атаке. Нужно исполнять штрафное, мяча без рукавников, естественно. Сегодня штрафного забивал. Малышев пытался здесь исправить мяч в ворота, но не выходит. Жестко пошел в стык, и главное, чтобы не было травмы у вратаря Сбера. Thank you.
Вратарь сможет продолжить игру, остается на своей позиции. Вот продолжает за ногу держаться. Нет, это не нарушение. А за фолами Верх сейчас должен очень внимательно следить. Лёдзе пытался сейчас игрок или вчерашнего Гаррета Бейла забить, но сейчас забивает Стиви Бензима. Просто подставил ногу, и мяч сам прилетел в сетку. Банк ВДБ не уходит сегодня с поля без забитого мяча. 1-3. Рождается интрига. Давай нормально будете играть. 30 секунд. Давай, поехали, все. Давай, Вперёд! Его! Претендует сейчас на ДБ. Один человек, три. Один туда, Димон. Хорош на выходе, выход из ногой за пределы штрафной, мяч минус. Удивительно, но факт, Банк ФТБ играет с одним запасным, но вторые таймы проводят лучше, чем первые. Видимо, второе дыхание у них поглубже, чем первое. Будет 1-1 на ворота. Было ли здесь касание? Вот здесь надо смотреть видеоповтор. Потому что, ну, да, мне тут показалось, что был контакт. Стоп. Андрей, даже вот у Андрея можно хотеть.
силен. Игра продолжается. Не было поставлено ни штрафной, ни пенальти. Потому что все осталось на поле. Еще полторы минуты есть у Банка ВТБ, чтобы ровно хлопнуть дверью, стараться отнять очки у лидера. Шла последняя чистая минута. Вперед! За минуту игрового времени можно забить два. Тайм-аут берет ВТБ, видимо, для того, чтобы решить, как именно они за мяч будут забивать. Все, команда на поле. Так, изначально, если разыгрывать пятый фол у Московского Ледера. Пять нарушений, все последующие нарушения разыгрываются десятиметровым штрафным ударом. Головой 3-2 атака. Тридцать секунд, нужно Сберу додержаться. Удар мимо. Гавников потерял и финальный свисток 3-1.